Добрый день, дорогие мои зрители и подписчики. Сегодня получила вот такую увесистую посылочку с сайта Newchick. Трек-код давали, прослеживалось все. За 20 дней пришла с Китая посылочка. Сейчас разрежем, глянем, что там. Куртка. Упакована так хорошо, видите? На замочке. Так, тут что упало? Ну, вот такое всегда кладут. Куртка-парка была заказана. Мех расчесать надо. Мех искусственный здесь, по-моему. Может, натуральная. Там написано было овчина. Может, и натуральная. Расчешем, посмотрим. Это не столь важно. Капюшончик утепленный. Вот. Внутри вот такая подкладочка. Короче, потом покажу. Оденет. Модель наша. И посмотрим. Куртки, карманов. Это парка. Хорошая куртка. Так, молния добротная. Вот. Пуговички и молния. Так как это парка. Фасон. На рукаве эмблема. Тоже замочки. Внизу рукава. Кожей обшита здесь, низ рукава. И, естественно, внутри манжетик. Еще трикотажный. Молния хорошо не до самого низа. Вот. И кнопочка здесь. В общем, хорошо все, я смотрю. Карманчики. Аккуратненько все пошито. Сзади просто перестрочено здесь. Шнурочек внутренний есть. Все теплая такая, знаете, пушистая курточка. Видно, такая, как одеялка тепленькая. Цвета там на сайте. Светлая есть, красная или серая, светло-бежевая, защитного цвета армейского, такая. У меня хлопцы захотели вот такую курточку, так что осталось нам только померить. Ссылку на эту куртку оставлю под видео, естественно. Кому, кто заинтересуется, зайдете, посмотрите. Доставка быстрая, все там честно, отсылают быстро. Кому понравилось видео, ставьте лайки, заходите на мой канал, подписывайтесь. Заходите на Newchick, оставлю все ссылки на сайт и на курточку под видео. И до новых встреч, и всего вам самого доброго!